Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать вот такие вот блокноты или брелки для сумок и портфелей. Для этого нам понадобятся ленты, кусочек обоев или упаковочной бумаги размером 6 на 12 сантиметров, клей ПВА, цветная бумага размера А4, простой карандаш, линейка, ножницы, клей-карандаш. И что, давайте делать? Первое, мы возьмем лист А4 и сложим его пополам. Разгинаем. И отмеряем 6 сантиметров. Потом еще 6. И еще. И на другой стороне то же самое. Соединяем. Если вы хотите сделать такой же цветной блокнот, как у меня, для этого вам понадобится 3 таких полосочки и 3 другого цвета. Разрезаем. Сначала разрезаем пополам. Это откладываем, потому что я хочу сделать цветной. И это разрезаем. И то же самое сделаем с другой стороной. Следующий этап. Мы берем один листик и складываем его пополам. Проглаживаем. Потом пополам вдоль. И вот эти вот края мы заворачиваем к середине. Переворачиваем и опять заворачиваем. Хорошо проглаживаем. И так делаем со всеми листиками.
мы закончили делать наши яркие странички. Теперь приступим к их склеиванию. Для этого нам понадобится клей-карандаш. Берем одну страничку и вторую. Видите, чтобы этот сгиб смотрел кверху. И вот этот вот тоже. Сейчас мы их склеим вот так вот. Наносим клей. Короче, там надо чуть-чуть вырезать. Склеиваем. То же самое делаем с другой страничкой. Чередуют цвета. Да, чередуют цвета. Если вы не хотите чередовать цвета, то просто клейте как захотите. Или по порядку. Такие вот яркие странички у нас получились. Сейчас мы их будем склеивать. Сначала раскладываем нашу полосу во всю длину. Намазываем один квадратик. И к нему приклеиваем второй, делая гармошку. Теперь намазываем опять квадратик. И приклеиваем. И так делаем до конца. У нас получился вот такой вот блокнотик. Но ему ведь нужна обложка. Ее мы сделаем из вот этого вот кусочка обоев. Складываем обои пополам. Ширина которой 6 сантиметров, длина 12. Проглаживаем. И вот эти вот две части, не доходя до этой линии, видите, не доходя до линии. Берем наш блокнотик, ставим его пополам и хорошенечко вот так вот обтягиваем. Так вот прижимаем, где корешок. И запоминаем, где у нас лишнее. Разворачиваем и отрезаем. Вот. Смазываем вот эти вот части клеем.
хотите оставить таким, а приделать закладку, досмотрите дальше. Есть два типа закладок. Первый тип, он примерно 6 сантиметров длина ленточки. Мы складываем ленту пополам и пол сантиметра от края намазываем клеем и прижимаем, что мы сейчас и сделаем. Клей нужно брать ПВА или суперклей, потому что карандашом вы этого не сделаете. Наносим клей и склеиваем. Вот, пускай сохнет. Второй тип ленты, типа карандаша. Врезаем ленту, чтобы у нее был острый край. Вот так. И приклеиваем к самой книжке. Я буду делать вот такую вот закладку. Наносим клей на одну страничку. И клеим. Вот. Чтобы у вас не оставалось таких дырок, их сейчас можно заклеить. Капаем клей и сжимаем. И с другой стороны. Тоже прижимаем. Вот, при желании вы можете подрезать уголки. И украсить ленточкой, как на этом блокнотике. Такой вот красивый блокнот у нас получился. Вы можете записывать мамины поручения или заметки и уроки. Можно использовать в качестве белка, если у него есть вот эта вот закладка. Или как подарок другу или подруге. С вами была Анастасия Гаспарович. Всем пока!